настенный кронштейн для телевизора с максимальной нагрузкой 20 кг. Сегодня у нас на обзоре кронштейн от компании Hammer для телевизоров. Модель с индексом H118-101. В комплект поставки входит сам кронштейн, система крепления к стене, а также съемная весопанель под широкий диапазон креплений, начиная с 75 на 75 мм и заканчивая квадратом 200 на 200 мм. Рассмотрим кронштейн поближе. Он имеет надежную металлическую конструкцию и позволяет удерживать телевизоры диагональю от 19 до 48 дюймов и весом до 20 кг. На настенном основании находится два отверстия для крепления к стене. К основанию крепится узел из трех штанг, подвижно соединенных между собой. Такое техническое решение позволяет перемещать телевизор на 260 мм от стены в горизонтальной плоскости. При этом у кронштейна есть дополнительная функция – наклон вверх-вниз в диапазоне от плюс 6 до минус 12 градусов. Таким образом, можно устранить блики на экране при просмотре телевизора с любой точки. Для простого и быстрого монтажа кронштейна к телевизору предусмотрена весопанель широким диапазоном посадочных квадратов. Что в итоге? Кронштейн для телевизоров Hammer H118-101 станет отличным решением, если вам необходимо без лишних усилий установить ТВ-панель на стену, а широкий диапазон регулировок обеспечит максимально удобный угол обзора.